привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 8 марта, и я хочу сейчас поговорить с вами на самую такую, я считаю, важную тему. Это ошибки при выращивании рассады. В прошлом году, в начале апреля, я снимала это видео, но многие жалуются, что почему-то прошлогодние видео недоступны, они не могут их найти, или, ну, может быть, не хватает каких-то вот знаний по пользованию каналами YouTube. Я сейчас повторю и назову 5 основных, самых главных ошибок, которые встречаются у нас при выращивании рассады. Как все-таки получить здоровую, крепкую рассаду, чтобы, несмотря на то, что вот у меня вот это ранние посевы, январские, несмотря на то, что вы посеяли рано и держать ее приходится долго в лотках, чтобы она всегда была красивая, здоровая, крепкая. Мы всегда читаем в статьях и слышим, вот, может быть, иногда на видео, что самое главное – соблюдать условия выращивания рассады. И я сейчас расскажу вам более подробно о 5 пунктах, выдержав которые, то есть, если вы 5 вот этих факторов будете соблюдать, то у вас рассада будет обязательно здоровая, обязательно крепкая и никогда не будет погибать. Самое первое – по важности, конечно, полив. Про это я уже 100 раз говорила, повторю еще раз. Никогда не нужно переливать рассаду. Переувлажнение – это вот прямая дорога к началу грибковых заболеваний. И тут я вот с самого начала начала, как я маленькую поливала, как я среднюю поливала, как я взрослую поливала. Тут, конечно, нужно соблюдать меру, что если крошечная рассада маленькая, полив должен быть вообще минимальный. Ей нужно очень мало воды. И нельзя поливать одинаково вот такую рассаду и вот такую, то есть давать одинаковое количество жидкости. Ясно, что здесь она не осилит, начнется застой воды, все, грунт будет воздухонепроницаемый. Потом я про это отдельно вам расскажу, что делает чрезмерный полив и почему это так вредно. Но главное запомните, самое первое, первый фактор, первая ошибка, главная ошибка, переувлажняем, переливаем, сами создаем вот такие благоприятные условия и для черной ножки, и для различных корневых гнилей. Все, это обсудили. Второе, грунт. Это тоже очень важно. Я уже говорила с самого начала и повторяю каждый год. Грунт тоже должен быть безопасным. Безопасным, ну, по вопросам вот этой патогенной микрофлоры. Осенью я показывала, как я делаю свой грунт. Конечно, лучше всего делать свой грунт. Лучше брать вот эту землю, где еще ничего не высаживали, не выращивали. Но ситуации бывают разные. Можно использовать в крайнем случае грунт покупной. В самую последнюю очередь грунт свой с огорода, где что-то росло. Но обязательно свой огородный грунт, конечно, нужно протравливать. Вот землю, привезенную с поля, я иной раз не протравливаю, я просто при посеве поливаю, при викуром дорожке и все. А всю массу грунта я уже не обеззараживаю, потому что я знаю, что там нет наших заболеваний. Но про грунт тоже есть отдельные видео, все. Я просто называю, что грунт – это одна из ошибок. Потом идет третья и четвертая ошибка – это наши условия выращивания. Это освещенность и это тепловой режим. Ясно, что если мы высеваем в январе, в феврале, свет обязателен, с 8 утра до 8 вечера подсветка, обязательно лампы, все это все знают. Если вы сеете поздно, можно и на окне, но у нас как бывает? Бывает, что пасмурные дни несколько дней, и в это время у вас рассада может вытянуться. Так что я советую, если вы хотите получить, например, здоровую такую крепкую рассаду, то все-таки как-то обеспечьте свои растения дополнительным освещением. Освещение жизненно важно для растений. Без света оно слабое, оно бледное. Про свет все ясно. Но еще не менее важное – температурный режим. То есть мы думаем, что чем теплее, тем лучше, получается наоборот. Тут есть уже алгоритм, который выработан и специалистами рекомендован, выработан годами. То есть для всхода нужна более теплая температура, называется 23-25, для перцев даже 28. Потом после всходов нужно понижать температуру до 16 даже ночью. И потом, когда они уже окрепнут, можно и в нормальной температуре держать.
Но проблема в том, что вот сейчас уже задают вопросы, как снижать температуру, если в квартирах всегда топят и всегда одинаково тепло и днем, и ночью. Тут, конечно, это вопрос сложный. Я еще в прошлом году говорила, нам в частном доме легче. У нас днем теплее, а ночью у нас, конечно, дом остывает и холоднее. И получается, что они растут как в естественных условиях, таких, какие им нужно. Но все равно у нас теплее, чем им надо. И я в прошлом году показывала, что если всходы, когда всходят, я ставлю на верхнюю полку на стеллаже. Когда они уже взошли, я опускаю, ставлю почти на пол. То есть хоть на несколько градусов, но все равно есть разница. Потому что все знают, что ближе к полу прохладнее, ближе к потолку теплее. Кто держит на окнах, делают заградительные, загораживают картоном, загораживают целлофаном, чтобы понизить температуру от батареи отопления. Потому что ящик с рассадой, поставленный рядом с батареей, весь этот жар идет, сухота тоже очень плохо. Но тут вы сами должны подумать, какое место у вас подойдет для проращивания, какое вот первую неделю, чтобы не вытянулось, потом какое для постоянного. Главное, вы должны знать, что температурный режим – это очень важно. Ну и, конечно, очень, на которую мы иногда не обращаем внимания, это загущенность посевов. Если сеять густо, рассада вытягивается, рассада тонкая, хилая. Это вот хорошо, когда вот такие сорта специально показала, что вот эти толстоногие, они позволяют себя выращивать загущенно. А вот эти вот обыкновенные, они не позволяют. Видите, посеяно в один день. Эти я могла посеять загущенно, до сих пор не распикировано с 26 января. Эти посеяны в этот же день, они загущенность не выносят, они начинают вытягиваться. Я их уже распикировала один раз, и вот сегодня, когда я начну пикировать вот эти первый раз, эти уже еще раз надо будет рассаживать. Загущенность – это такой фактор, который может любую хорошую здоровую рассаду превратить в тонкие, длинные, хилые. Если мы повторим, вот смотрите, я сказала 5 основных ошибок. Полив, грунт, свет, температура и загущенность. Хоть один из этих факторов вы нарушите какой-то режим, или температурный, или световой, все остальные, даже если вы постараетесь сделать все хорошо, все пойдет на смарку. Ну, не совсем, конечно. Рассаду совсем-то убить сложно, но она будет некачественная. А мы говорим о том, как получить здоровую, крепкую рассаду. И вот если мы сейчас, кто только начинает посев в марте, я вот сказала в таком порядке, как вот первый полив, потом... Мы можем разбить все это по периодам. Смотрите, начинаете готовиться к посевам, обязательно обратите внимание на грунт, на безопасность, на качество, все. Потом начали посев, обязательно обратите внимание на загущенность, не сейте очень густо. Как только семена взошли, сразу обращайте внимание, что им нужен свет, это третий фактор. На свет поставили. Тут уже смотрите по температуре. Всходили они в тепле, потом им нужно немножко неделю чуть-чуть похолодания. Можно даже сейчас солнечные дни выставлять на лоджию, если позволяет температура. Потом уже поднимаете. Ну вот, короче, смотрите уже в конце про температуру. И, конечно, пятый, который был у меня назван самым главным, после того, как вы уже сделали грунт, посеяли редко, свет, температура, следите за поливом. Маленькие поливайте осторожно, подрастут. Можно уже, я вот когда подросшие, я поливаю поверху. Но если вы так сильно боитесь, так осторожничаете, можно поливать из каких-то из груш. Вот носиком туда под корень, чтобы прям осторожно-осторожно. Все. Я сейчас скажу, вот почему так подробно все говорю. Конечно, для наших начинающих. Некоторые считают это немаловажно, но я вам сейчас объясню. Если у вас даже хорошие семена, вы их посеете редко-редко, дадите им свет, выдержите температуру, будете прекрасно поливать, но если в самом начале вы не позаботитесь о грунте, это будет основная ошибка, которая сведет на нет все ваши старания. Может завестись черная ножка, все. Также о любом из этих факторов, например, скажу про свет. Если вы подготовили грунт прекрасно, редко посадили, все у вас зашло, тепло вы выдержали и поливаете вы хорошо, но если вы не дадите освещение и сорт у вас не толстоногий, а вот такой вот,
он будет тянуться, он будет бороться за эту, за крошечку солнца, они у вас будут тонкие, истонченные, бледные, это опять все пойдет на смарку. И вот про любой вот из этих пяти факторов можно сказать точно так же. Если у вас будет хороший грунт, вы посеяли редко, они у вас зашли, вы дали им свет, выдержали температурный режим, но вы чрезмерно их будете поливать, обязательно или закиснет эта почва, там будет она воздухонепроницаемая, начнут отмирать корни из-за недостатка кислорода, или заведется черная ножка. И вот каждый, в каждый из этих пяти ткните факторов, уберите один, если он будет не соблюден, все пойдет на смарку. Все, я постаралась вот так сильно-сильно подробно объяснить, чтобы вы запомнили, что вот как раньше говорили, земля стоит на трех китах, это вот на трех вот этих факторах держится весь наш успех. Вы знаете, что от качества рассады зависит весь наш дальнейший урожай, успех всего нашего года. Просто будет обидно, что вы столько времени потратите, какой-то один выпустите фактор, не проследите. Нужно все комплексно. Сразу поздравляю всех девушек, женщин с нашим праздником 8 марта, потому что, ну что скрывать, основная работа и по выращиванию рассады, и по уходу в огороде все-таки лежит на наших хрупких женских плечах. Есть, конечно, мужчины, которые тоже очень этим увлечены, занимаются, но основная часть все равно женщины. И все наши огородницы женщины, сегодня у нас праздник, но это не значит, что нельзя работать. Я вот, у меня спрашивают, а как там масленичная неделя, можно или нет? Но если растения требуют, если уже дольше нельзя, вот уже промедление смерти подобно, то я, например, могу вот их сегодня распикировать, хоть 8 марта, хоть масленицы, у меня на первом месте растения. Ну, у всех разные мнения. Кто-то, например, в эти целую неделю не будет работать. Но когда у нас сезон, когда такой период, горячая пора, мне кажется, неделю отдыхать, это вот мне непозволительно, я должна сказать. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это про основные ошибки. Не забывайте, 5 основных ошибок при выращивании рассады. Полив, грунт, свет, температурный режим и загущенность. И если все это будете соблюдать, все у вас будет прекрасно. Желаю всем хороших урожаев, здоровья, чтобы подольше поработать в огороде и попродуктивнее, счастья в личной жизни. До свидания.